Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Телеведущий Александр Масляков рискует лишиться самого дорогого, КВН. Создатели клуба «Веселых и находчивых» решили судиться с Александром Масляковым. Телеведущего долгие годы считают хозяином КВН, однако о своем праве на бренд и претензиях к Александру Маслякову заявили представители одного из его истинных владельцев, тележурналиста Сергея Муратова. Муратов умер 4 года назад, но у него осталась семья, которой достались исключительные авторские права, передает супер.ру. Столичный суд по интеллектуальным правам поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака КВН у фирмы Александра Маслякова «АМИК». Истцов возмущает, что Александр Масляков с 1986 года по сей день считает себя владельцем всех прав на клуб «Веселых и находчивых». Заявление уже приняли к производству. В свою очередь, сторона Александра Маслякова подала иск в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 миллиона рублей. Причина – использование товарного знака КВН в документальном фильме об истории легендарной программы, размещенной на YouTube. Ранее героем грязного скандала стал сын Александра Маслякова. Его заподозрили в аферах. Якобы Масляков-младший занимался жульничеством, связанным с популярной телеигрой, как писали дни. Ру в сети появилось видео, на котором он складывает в сумку огромные пачки денег. Ролик якобы был снят скрытыми камерами в кабинете телеведущего. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.